Всем привет на моем 68-м стриме. Итак, как я обещал, сейчас будет Тоху 8. Да, сегодня по-прежнему 22 апреля. И наконец-то будет нормальная Тоху, а не что-то такое не очень. Не, файтинг не зацепил. Не зацепил файтинг, честно. Вот. Хотя, я не исключаю, что когда-нибудь все-таки я пройду эту 7.5, но не в ближайшее время точно. Итак, привет, Тор, привет, Recrawl Me, привет, Lim D и Gogi Best E. И вот опять, как мне на Ютубе в комментах почему-то написали, внезапно появившийся Lim D. Я, правда, честно, не понял, что имелось в виду, но, может быть, он сейчас объяснит. Так, три жизни, ваф, мелодия, так, Window мод, все стандартно. А, и управление вернулось на свои места, ZX, Double Shift, как обычно, наверное. Старт. Что? New Moon, Crescent Moon. First Quarter Moon и Vexing 2 Jibbles Moon. Один из топовых русских игроков. В смысле, в Тоху, что ли? Кстати, Impressionable Night называется эту Тоху. В переводе вроде как типа нетленная ночь, да, или что это такое. А, в доту? Ну, я не знаю. Ну, привет. Я-то в доту вообще очень довольно-таки негативно отношусь вообще к ММО, так что... Но к игрокам я ничего против не имею. А, не в доту? Ну да, ладно. Ну, на нормале, естественно, начинаем. Так, и что у нас тут предлагается? Рэй Мохаку Рэй. А что? Human Side, Phantom Side? Что-то новенькое. Юкари Якумо. Так, второе. А, и называется это Illusionary Border Team. А второе, Aria of Forbidden Magic Team. Тут Мариса Кирисама и Алиса Марготроид. А чё это они вдруг уже сотрудничать стали? Ничего себе, скорость у Марисы 6 звезд, у Алисы 2 всего. Ну я уже начал что-то такое подозревать, Recrawl. И также мы еще можем играть за команду... Visionary Scarlet Devil Team. Тут Сакуя Изайой и Ремилия Скарлет. Ага. А, и еще одна команда. Netherworld Dwellers Team. Тут вот это Йому Конпаку. И... Блин, как это прочитать-то? Юйко. Не знаю, Юйко... Сайкуи, да, это вообще невозможно почитать. У нее скорость вообще одна, один. Ююко? А, вон как. Ну, будем играть, как обычно, по умолчанию, Рейму, ну и вот и заодно тут еще Юкари, Якумо. Кто это, кстати, я так и не помню. Так, первый уровень. Где... Чё? Fiveless Fly? Кто-то там летает. Где кто-то летает там? Не понял, что там за слово. Так, здесь что за система? У нас есть какой-то тайм. 2500 надо набрать. Есть Power, как обычно, Grace и Point. За Point и дается жизнь, я так понимаю, да? Как там вроде было в предыдущей части. Ну, в смысле, в предыдущей нормальной части.
Когда я нажимаю Shift, появляется вторая, да? Но здесь еще нету розовых кубиков, как в седьмой. Так, надо же мне еще и в босса попадать иногда. А, ну здесь также таймер присутствует, как обычно. А, нет, нет, ты не подумай, нормальная, это не означает, что другая как плохая или это же такое. Нормальное слово, это значит, что, как сказать, ну блин, другой смысл слова нормальное. Нормальное значит как обычно, то есть обычное. Это не значит, что именно неплохая или что-то в этом роде. Айда к сестре учить японский, ну она и так меня тут мучает. Так, 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 о чем мне говорят? Если кто может, переведите, я просто пока чат читаю. А, розовые были фишка седьмой. Что они там говорят? Не забудь, он что-то, блин, не успел. Я нахожусь здесь длительное время. Не беспокойся, Рейму. То есть я сейчас играю с боссом из седьмой части, что ли? Лол. У вас есть немного, опять, гад. Чё там это, кишки? Ну, типа, смелость, да? Ну, рекролл, объясни, что такое тайм. В общем, я не уловил, о чем они разговаривают, потому что я еще отвлекался на чат. Ну, как обычно, наверное, японский юмор, вот Firefly, там было название уровня, где летают вот эти Firefly. А, объясни, что такое тайм, и объясни, что по поводу второго персонажа, что он, как он, где он появляется, что-то я тогда пока не уловил. Ну, правда, почитаю я это после босса уже. Так, оружие это тот самонаводящегося нету. А, ну я когда нажимаю, уже другой персонаж становится. Когда Shift зажимаю, вот это я все заметил. Так, это что такое? Там же невозможно замиксить. А, ну понятно. А лучше бы она эту волну пустила прям вниз, я бы не прошел. Ой. А, так, у меня же еще бомбы, да, есть, наверное. А что это там? Что-то у меня там с жизнями не то. Или с очками. А, да, с жизнями. Что-то там какая-то надпись висит. Объясните, что за надпись тоже. Я потом почитаю. О, как много написали-то. А, еще как сила воли переводится. Ну, потроха не к месту. Каждый парень уникальный, в определенном случае нужен, соответственно, тот или иной перс эффективности. Тоже, где есть значение время? Если время до тика до 5 утра, то ты не сможешь продолжить игру. Даже если есть ретрай. А где 5 утра? Я не понял. Показатель тайм, который ты видишь на экране, не очень важен, если ты его заполнишь, то тебе просто добавится меньше к основному показателю времени, но лучше просто не умирать.
бутылок. Нельзя бомбить. А, нельзя бомбить? Что? Как это я не теряю ничего, если ловлю пулю? Аж в чем прикол? Время 11 часов после полудня. Нет, 11:30, да? Да, типа 30 минут прошло. Еще раз. Когда загорается эта надпись, я уже не могу умереть, так? Но если в меня ничего не попадет, то я получу больше бонуса, вот и все, так? Я правильно понял? Ок. До пятой главы ни разу не взять континуум. Да, говно вопрос. А, путь, где люди, что-то там, не успел прочитать. И по поводу персонажа, переключения все-таки пока до конца не понял. Но я понял, что в разных ситуациях разные нужны. А что, я их на shift, да, переключаю или что? Ну, вроде да, ну как-то... А, оружие даже разное, да? И которая на shift, оно сильнее, я так понимаю. Ну, в смысле, вот оно именно, я имею в виду сама, вот урон сам больше. Оо. Дно. Кто там сказал не взять продолжение? Ну, ждите. О, полная сила. Ну-ка посмотрим, что у нас тут. Нормально, в принципе. Грейс, как обычно, заполняется. Так. Меняется оружие, скорости бомбы. Вот первое. Бомба дамажести без шифта. О! Кажется, свет предупреждения, но для такой бомбы. И ага, ну ладно, посмотрим. К сожалению, сюжета пока вообще не в них. Ни сколечки. Так что если пройду игру, то придется прочитать на Тохивике. А, это еще был не конец, это еще был не босс. Ну да, что-то слишком просто для босса. Тут уже, наверное, будет посложнее. То есть я так понял, бомба здесь вообще дамажит просто, да? Раз говорят, что без шифта она сильнее. Ну, в плане даже не то, чтобы дамажит или нет, а, ну, какой-то ощутимый дамаг есть, да? Который можно хотя бы заметить. На боссов. А, забыл, я с шифтом опять бомбу вызвал, ну ладно. Ой, ну, это же вообще было легко, но я просто затупил. Посмотрим. Это без шифта было. То есть за Рейму. Блин, в босса-то тоже надо попадать иногда. А, вот где-то попадаю вроде, да?
О, прикол. Классно. А давайте вообще сутим так, чтобы был только хитбокс виден. Ну все, у меня нету больше. А, ну ладно, прошел. Интереснее будет с фазами? Ну классно. Не, мне такое нравится. Мне вот эти, я же не просто так токи эти прохожу. Мне нравится такое. Даже хоть и я краблю, да, сильно очень, но мне это нравится, шняга. Ну блин, прикольно. Красиво все, интересно. Мне это нравится. Но вот играть, к сожалению, я не умею. Memories of the History Eater Home. Воспоминания какого-то исторического дома, чё? Ну, короче, я перевел как обычно. Да. Ну вообще здесь уже что новое, так это то, что самонаводящегося нету. А я-то на него раньше полагался всегда. Практически во всех частях. Ну где оно было? Что-то у меня такое ощущение, что я эту музыку знаю. Еще одна интересная особенность этой игры — фамильяры. Такие белые шарики вокруг определенных фей, как даже боссов. Жим без шифта, ты их убиваешь, в шифте не наносишь им урон. О! Тебе желательно в шифте убивать того, кто выпускает фамильяра. Шифта наводится. Потом скажешь, что это за фамильяры, где их вообще я увижу, а то я не понял. Вот тут белых шариков куча, это, но это же не они. А я думал, что это за призрак там, это какой-то летает. А, да и Рейму, в принципе, наводится по-прежнему, вон у нее летят наводящиеся-то. Понятно, значит мне так показалось, что нету. Ну вот, а я старался прям под боссов становиться. Не, ну это жестко слишком. Да, но я заметил, что тяжело использовать бомбу без шифта. Казалось бы, отпусти шифт и тут же нажимай вторую кнопку. Но что-то, блин, оно так не срабатывает. Рука не срабатывает. Спейл бонус фейлит? Это что такое? У меня бомба есть? А, нету. Значит, микро. Ух. Ну, микро бесконечно не может продолжаться у меня.
Не, пока вроде получается иногда отпускать чуть эту же бомбу. Но все равно критическая ситуация будет тяжелее с этим. А что значит юзаете бонус на спелл-карте, я что-то не понял. Блин, я в терминах до сих пор вообще не могу разобраться в этих тоховских. Что-то тяжело. Что значит юзаю бомбу на спелл-карте? Ну, в общем, вот, я взял континью, и теперь мне времени не хватит, да, как я так понял? Так, время 2 часа. 5 континью, да ладно. А в чем смысл, если времени все равно не хватит? Underneath the mana saturated soil. Чего, какая-то манная почва? Не, а я привык уже играть с шифтом нажатым, и как бы поэтому Рейму тут практически не удел. Только бомбы включает. Ну, стараюсь специально включать. Когда вот такое начинается, уже все сразу шип. Так, не потерять бы две бомбы желательно. А, еще одна особенность, я врагов часто не вижу, потому что я смотрю на пульки, поэтому вот там кто-то писал про какие-то там выпускает, какие-то там, забыл, шарики белые, что-то еще. Я так смотрю не на врагов, как они там выглядят, а на пульки. За бесконечный только в первой части континуум, ну, по крайней мере, из тех, что я видел. О, Мариса? Ой, ну это будет тяжело. Мариса это по-любому сильный босс. Да. Ну с бесконечными континуями я на лунатике пройду. Наверное. Хотя, возможно, там вообще адский ад. Посмотрим. Первый уже прошел. Ну, в первой части Тор так и есть. Довольно-таки жестко. А как уйти, лол? Да ну, с таким микро это... Это переборчик.
Да не, ну куда? Ну лол. Она обалдела, что ли? Да, у нее все фазы, по-моему, не очень. Ой, жесть, это что-то перебор, реально. Она убежала? Мы по каким-то джунглям летим. Да. Бомб больше нету. Начинается страдание. Микро. Ну, да. А вот и две бомбы, не дождался. Сейчас я буду бомбить ее 5 раз. Надеюсь. Если не зафейлил. До нее вообще долетают пули? Это, по-моему, они застревают об эти или нет? Откуда в гаях треугольные пульки? Привет, Дадрос. Нет, Соника я даже не пробовал убить. Ну, в смысле, давно уже не играл. А, начинается. Да как там вымеклить-то, ну? Я не понимаю. Просто не понимаю. Ну вот, здесь я понимаю, что просто там немножко есть трудности, но это реально. А там как вообще было? Да, ей эта бомба Рейму вроде нормально наносит. Ой-ой-ой, это я знаю ее атаку, да. Когда ей играешь, там такая доступная. Но она обычно выносит всех. Все-таки убил? За 3600 смертей? Торда, тут, по-моему, все фазы такие. Да, континиум добавляет 30 минут. Хотя эта фаза была, я скажу, в принципе, реальная. Там просто на ней потренится и норм, а вот на некоторых... Ну, блин. У меня вроде одна бомба только оставалась. А на некоторых вообще непонятно, что там тренить, я там вообще не понимаю. А на этой там было можно, в принципе. Ну, время 3:30. В смысле на 100 проходить? Что на 100 проходить? Так, 4-й уровень, да, насколько я понимаю? Я просто смотрел вторые... А, 5-й уже, да? Я дошел до 5-го. Pure Cage in the File... Как это прочитать? Filety World?
что такое Pure Cage? Ну, Тор, на хорошую концовку, ты чё? Обалдел? Сам-то не согласился, главное. Себе я это замикрил. Топ, а почему меня не оно не бьет? Не понял прикола. Ну, я так понимаю, на этом уровне и закончится похождение все это. Да, жесть. Это про вот этих белых, там кто-то писал. У меня имбовая команда? У меня не имбовый скилл. Что, я еще континью могу взять? Ну, походу, я могу брать бесконечно, просто время пока не закончится, да? Так. Так, то. 100% прохождение. И, в общем, тебе нужно быстро пройти 6 уровней и пройти за минимальное время не на хорошую, а на 100% это разные вещи. Тор прошел на 100% вообще не аргумент. Потому что он имба в Тохе, а я вообще ни о чем. Вот так. Вот на этом уровне хорошо видно фамильяров. А, ну вот эти вот, как раз-то, которые сейчас меня убили, ну я понял, да? Имбовая команда? Ну, а, ну да, я ответил на этот вопрос, на эту фразу. А, их в шифте? А я что думал наоборот, их на Дерейму. Блин, я перепутал, я думал наоборот их на Дерейму, я поэтому шифта не включал, я думал вроде наоборот их надо было этим. Чё ты попутал? О, их двое. Или что, или она одна все-таки? Ой, не, что-то внезапно слишком. Да, я 4 бомбы потерял, но поздравляю себя. Успешно потраченным прохождением. Ниже?
Красиво, что могу сказать. Ну все. На этом конец, вероятно. Лола, а что я сделаю с этим-то? Ну. Да это. Это же вообще нереально. Изи фаза. О, я даже не успел среагировать. Соник был прав. И тут что ли ниже висеть? Да что это за наркомания? Жесть, но не, ну это босс не слабый. Ну и время 5:30, все, да? Game over. Храм Хакурей утром. А, типа... А... Ну понятно. Ну то есть, ну да, то есть по сути это такой как бы раз. Вообще люблю, когда даже при как бы гейм-овере все равно говорят, что случилось. То есть как бы, чтобы как бы зло победило, это возможно в игре. Вот это вот, кстати, положительный момент. То есть как бы, если ты его спрошел, то да, значит главный герой победил. Если нет, то значит нет. А не так, как в некоторых играх просто. Главный герой обязан победить, иначе просто будет надпись Game Over и все. До 4 вообще нереально. Шестьдесят 1% прошел. Ну что, еще раз? Или поставить все-таки 5 жизней? Давайте в чате голосуют 3 или 5 жизней. Или 1. Д.
Да какой два раза? Уже стрим надо заканчивать. Ну, эту игру я буду проходить, мне, в принципе, так... это не файтинг, тут я буду стараться, это нормально. Другое дело, когда подкарать начнет, то как бы стрим завершится. Хотя он завершится раньше, просто из-за того, что время кончится. Тут как бы двойное время идет. Одно идет в игре, другое идет в реальности. Как бы если я в реальности по времени не успеваю, то тоже game over. Чуть не попался. Мне нравится музыка тоже. Да, в Тоху практически не бывает плохой музыки. Но, не, но отдельные композиции вообще шедевральные некоторые, да. Один CC, что такое один CC? Так, первого босса же надо без смертей, да, вроде как. Но в тот раз вроде мне это не получилось. Да, я даже помню, не одну смерть потратил. В смысле, не одну жизнь потратил. Без континиумов не вариант, но я же уже сколько раз, я восьмую току прохожу. По-моему, давно пора понять, что без континиумов для меня не вариант просто. Даже с пятью жизнями. А, вот этот опять момент, когда я могу... это, да? Ну, типа, уже не умру. Но почему он только на первом боссе появляется? Я вот этого не понял. А, не набираю параметр время? Понятно. А почему я его не набираю? Ну, в смысле, это что-то надо собирать или что? Я так и не понял, кстати, как он пополняется. Это синие вот эти штуки надо собирать или что? Нет, вроде бы... А, нет, или да. А, да, синие, да, вроде бы.
Там надо 7200 аж набрать, ну это кошмар. Где ж такое набрать-то? А что, на последнем боссе тоже можно что ли сделать? Вот это вот, когда я не могу погибнуть, но я не могу бомбу юзать. Ну, то есть, когда это время заполнить. Я думаю, вряд ли, наверное, нельзя. Так, ну это еще не босс. Написали. А, блин. Братья Грейт, но убийство фамильяров, он очень сильно уменьшается при смерти бомбы. Там довольно таки сложно, но очень сложно. Там требуется ноль времени. Так, тут, по-моему, бомбы, да, по-любому? Что-то я не помню точно. Или норм? Не, это норм была фаза. А, вот здесь, по-моему, что-то нехорошее. Не успел на Рейму переключить. Кстати, обозначение фаз тут опять изменилось, как в шестой, да, стало? Ну, типа, количество оставшихся фаз. Фух, добилось. Так, по сути, я до уровня пошел без смертей, да? Но у меня нету бомб больше. Время 0.30. Опять сейчас зажмут, я помню. А не. Решил изменить тактику. Но все равно зажмут. А, ну да, у меня бомбы-то нету, лоло. Я еще на бомбу надеялся. Блин, бомбы-то нету. Ну ладно, держусь сколько смогу. До мини-босса дошел, уже радует. Сейчас начнутся всякие дурацкие фазы, я не помню, с кого они там начнутся, с нее или с кого. Не будет печально. Во, жизнь! Отлично.
Собираем ништяки. Хоть бы бомбу дали бы, ну ради приличия это. Я был бы рад. А, вон же была бомба. А, ну да, я ее собрал. Что, до босса даже дошел, что ли? Ну вот у нее сейчас, по-моему, неприятные какие-то фазы будут. Ну, вообще да. Ну все, бомбу я истратил, единственное. Долго ли я смогу тут продержаться? Продержался. Ой, ну это уже перебор. Ну ладно. Ну я нормально. Первую жизнь на третьем боссе потерял. Так, главное не расслабляться. И бомбы есть. Пока ни одной бомбы впустую не потерял. Тоже, в принципе, радует. Не буду особо их прям жалеть так сильно. Ну, правда, теперь их уже у меня нету. А, вот эта фаза. Ну, все, началось. Так, четвертый уровень. А, нет! Лол! Чё это такое? Вот это жесть. Блин, ну это косяк, реально, это подстава. Блин, да ну. Блин, ну ты еще раз проходить? Я так хорошо прошел же, ну. О. Да ну, после таких косяков вообще нет желания проходить. Жесть. Блин, ну. Да не знаю, так хорошо прям реально получилось. Всего лишь за три уровня одну жизнь потерял. А где гарантия, что она еще раз не вылетит? Блин, ну это печально вообще. Ну после такого уже желание отпадает. Это еще обиднее, чем просто там потерять все жизни, там, чем-нибудь такое, даже слиться на легкой фазе. Это не так обидно, как вот просто то, что от меня не зависело никак. Нет, почему это гарантия? Это не, вообще не гарантия. Может, тебе повезло. Но я имею в виду именно повезло, что не вылетело.
900 раз? Неплохо. А я думал, ты прошел с первого раза и... Что она там кастует? Ну, у нее вроде особо сложных фаз нету, насколько я помню. Ну, блин, жалко, я там так микрил, так старался. Блин, жесть. Такой не очень. Надо не хуже пройти. Но если будет хуже, то это будет еще вдвойне обидно. Да, надо в нее попадать иногда тоже. Желательно. Все, без бомб, без смертей первый босс. Ну ладно. В принципе, обнадеживает пока что. Игра не выдержала накал страстей. Так, время 0.0. А почему времени еще меньше? В тот раз было, по-моему, 0.30. А, нет, стоп, наоборот, много. А почему наоборот времени много? Типа я слишком долго проходил, что ли? Вроде там было 11.30 тогда. Вообще непонятная система тогда. Я же ни одной жизни, ни одной бомбы даже не использовал. А, то есть надо обязательно собирать вот эти вот время. Блин. Я думал, это не обязательно собирать. Ну, в смысле, понятно, что, ну, как бы, не обязательно, ну, это, мягко говоря, выгодно. Это считаешь только как один континиум. То считаешь, все равно, что я взял еще один континиум. Ну, то, что он время же добавляет, 30 минут. И вот я из того, что всего лишь там не дособрал несколько этих синих, у меня 30 минут добавили, ну офигеть. Ну, одного продолжения. Но он, наверное, собирал еще время полностью. А я не смогу с одним продолжением пройти. Ты же понимаешь? Я на последнем продолжении прохожу. Почему на моем стриме узнал только, ну то есть почему не на своем?
На всякий случай бомбу использовал. А еще одну на всякий случай. А, темная фаза, надо было здесь бомбу использовать. Ну да, затупил. А я опять времени набрал. Ну ладно, три бомбы, значит. Надеюсь, хватит. Да, хватило. Ну, в принципе, по-моему, получилось даже лучше. У меня же там вроде бы 0 бомб было на третьем уровне, когда я дошел в тот раз. Йокай, это вот это на шифте, да? Нет, непонятно. У меня там минус 100%. Время уже час. А реальное время уже 15:49. Сейчас много всего летит. Так, надеюсь, за микро. Фух. Когда держишь шифт нажатый, что склоняется в сторону ЮК, когда джет остановится, что-то такое. А, то есть какой процент времени я использую одного персонажа, какой второй, да? Кто икает? Я не икаю. Последнюю бомбочку использовал. Ну что, дошел до босса без смертей? А, еще не дошел до босса, окей. Тогда я зря бомбу использовал. Я ж проходил это без бомбы в тот раз. Я ж до босса, по-моему, дошел без бомбы, если я не ошибаюсь. А может, ошибаюсь. Ну, у японцев там, да, там своя атмосфера по поводу нечисти, потому что я, например, смотрю вот эти вот всякие персонажи, да, в Тохе, ну вот, чем они отличаются, почему одна из них человек, другая юкай, как-то внешне не скажешь особо. Не, ну ладно, там бывает с крыльями, там, да, какая-нибудь там одна
или с глазами краснющими, но вот большинство вообще не особо не выделяется. Да вот она вообще ничем не отличается. Печаль, беда. Я вторую жизнь потерял, да? Ну вот, уже хуже прошел. Ну что это? Еще и бомбы все истратил. Что-то мне это не нравится. А, и вот эта фаза идеальная. Да, классно вообще, я так рад. Ну вот прошел же в тот раз хорошо, ну что теперь? Ладно, что было уже, то было. Две жизни, не, три жизни потратил, да? Да ладно, время опять на час прибавилось. Уже 2 часа. Ну хотя бы не вылетела игра. А тут сейчас начнутся всякие фазы очень хорошие в кавычках. И как бы континиумы полетят только так. Так что, блин, печально. Бомб-то не было. Одну взял. Ну, в смысле, четвертую. О, Рикролл, у тебя друзья знают, что такое Тоха? Это уже это интересно. А, это же Мариса, но это все, это... Удаляй. У нее же ни одной фазы нормальной нету. Практически. Ну это была нормальная, а, по-моему, единственная. Ну я вроде хотя бы бомб попусту стал меньше терять. Надеюсь, проскочу. Не, тоже перебор. Ну все, бомб нету. Надеемся на микро, которого нет. Ага. Последняя жизня.
Да это лол какой-то вообще. А почему эти звезды-то не пропадают? Блин, я от этого... Мне это путает, кошмар. Почему звезды не пропадают? Я не понимаю, закончилась бомба или нет. Тут я мог бы еще две использовать. Как-то непонятно это очень. Оно запутывает. Я не понял момента, когда я могу еще одну бомбу использовать. Ну бомбу-то дайте взять. О, мне не дали бомбу взять просто. Две бомбы, ну, жесть. Что я должен с этими звездочками делать? Ой, ну это было, можно было там играть, это, конечно, глупо. Но это тоже такие нереальные звездочки. Просто бомблю. Жду до последнего и бомблю. Бомб-то нету. Куда? Никуда там вообще не было вариантов, по-моему. Да я же в нее не попадаю, как ее размиклить-то? Только бомбы, что ли, или что? Что-то я не понял. Или в шифте она попадает? О, нет. Ну, я понял. Не, ну эта фаза в принципе реальная, но просто тяжелая, тренить надо. Фух, решил все-таки бомбу использовать, а то что-то прям уже жалко было бы, если сейчас жизнь потерял бы. Долго микрил. Все, ни жизни, ни бомб нету. До свидания. Ну, очевидно, что уже не успею, да? Злун тогда сам не знает, кроме него, как в играх работает. Итак, время 4 уже. Это 5 уровень. Ну, по идее, как бы... По сути, если без континиумов, то я должен успеть, да? Ну, блин. Ну, это вряд ли. Мне надо 9 собрать. 9.
В угол зажался. Прикольно такое псевдо 3D сделали. Большие пульки. Чё как-то миклит? Никак. Лол, я без понятия как-то миклит. Блин, так это же ещё не босс даже. Ну все, бомб нету. Зато жизнь дали. Ну, блин, ну вот жизнь дали, жизнь взяли. Бомба, это хорошо. Две бомбы. Ну что, 4 бомбы у меня. Потом еще жизнь, еще 3 бомбы. То есть всего у меня 7 бомб, если я не... Ну, их... Ну, короче. Не профукаю. Нет, нельзя профукать их. Буду бомбить сразу. Ну, тупо сразу. Ну, потому что нафиг это не очень. Следующая стадия. А нет, кстати, стадии тут также отображаются маленькими этими. Я что, все бомбы истратил уже? Косяк. Не получится за время. К сожалению. По-любому континуум придется брать. Да. И добавит, естественно, еще час. Сейчас, когда пройду. Так что опять смотреть на унылую концовку. Ой, да это же наркоманская стадия. Что-то она мне... Что-то она мне не нравится, этот босс. Ну что это такое-то, ну?
сдохнешь, не? Лол. Походу нет. Ну тогда вообще без вариантов. Да как это микрить-то, ну? А, так я даже не убил ее. Ну, походу, остается на второй стрим она. Что такое дес-бомба? Сорок четыре бомбы я использовал. А это значит, что она не срабатывает или как? Я вот этот тоже момент не понял. Я думал, она вообще автоматически срабатывает. А я думал, она автоматически срабатывает или что-то такое, хотя вроде не должно. Ну я, в общем, этот момент тоже не понял, как так, почему она срабатывает как-то. Ну, блин, странно. Так, сколько у меня ушло времени на то, чтобы вот эту попытку сделать пройти? Где-то минут 30, да? Не, тогда все, тогда на этом завершаю стрим. Да. Ну что, пройду в следующий раз, будет второй старт. Классно нарандомил. Вот, ну будет второй старт, когда, не знаю, наверное, не завтра. Вот, там надо будет делами заняться. Вот, так что у кого есть пожелания, вопросы, жалобы, предложения, как обычно, пишите в чат. Хотя обычно никто не пишет. Пека-пека. Вот, ну все, на этом я завершаю. Всем пока.